Всем почули из пламенной Италии. Сегодня у нас необычный блог. У нас сегодня не будет никаких парфюмов. И вообще впервые я сижу перед камерой. Для меня это совершенно непривычно, необычно. Думаю, не стоит говорить, что после Италии будет очень много фотографий, очень много обзоров и видео. Я взяла кучу парфюмов. Куча парфюмов уже затестировала, и это я еще была только в duty free, это я еще не добралась до больших магазинов. Но сегодня я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы подписываетесь, за ваши лайки, комментарии. И у меня на канале уже больше, чем 500 подписчиков, чему я очень рада. Большое-большое спасибо вам за то, что подписываетесь, за то, что смотрите мои обзоры, я всегда очень стараюсь. И давайте посмотрим, зайдет ли такой формат. Я немножко сегодня при параде, потому что у меня была фотосессия, я нахожусь в шикарнейшем отеле, но здесь просто как музей, как минимум Лувр. И здесь каждый уголок — это просто большущая красота. Так что если вы впервые зашли на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, поставьте лайк, напишите комментарии, и вы не пропустите красивейшие видео из Италии и последующие обзоры. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч! Чао!